Орлы, всем снова привет. Это что же, попытка номер два, вернее, давайте будем считать, что она первая. Так что, кто зашел только что, кто не успел, можете поставить лайк и подписаться прямо сейчас. И кольчик, колокольчик не забудьте. Вообще сейчас модная тема пошла переподписываться. Без рука! Не знаю, что надо. Блядь! Твоя реакция, Катя. Я не пытаюсь убежать. Я разорву тебя. И это так ничего не нужно. Ты не увидишь свою дочь! Слушай, они реально как живые, но смотрите на ее лицо, это мимика. Ты заплатишь за оскорбление на электронное дом Дмитра. Давай, иди сюда. Слушай, проходы, кстати, прям как для нее делаю. Как будто специально. Беги, беги, беги! Так, быстрее! Куда это ты? Ну, никуда! Никуда, я здесь! Дорогая, я здесь, я никуда не спешу! А где ты? О! О, она разрезала решетку! А это мне нормально. Как раз убежать хотела. Ладно. Всегда можно пойти назад! Ты думаешь, что я там? Ха-ха, я тебя обманул, а я тебя провел. Быстрее, ключ. Так, ее там нет, ее там нет. Теперь тут открыто. Маска печали. Все, у нас есть масочка, и мы уезжаем. А леди не успеет. Ты не сбежишь отсюда. Ты как? Ты как? А с рукой что? Почему кровь не хлещет из руки? Я не понимаю. Серьезно? Трюк из предыдущей части сработает? Хотя у меня там какие-то железные штифты в этой руке. Может, это рука, она и... Я, в общем, не понимаю, как это работает? Почему он может просто приклеить руку обратно? Это жидкий клей! Просто, вот просто и куртка тоже приклеивается, обратите внимание. Куртка тоже приклеивается обратно. Чёрт, этот замок! Или это действие... Ну, можно объяснить это все как действие вируса, то есть, что он до сих пор инфицирован, и это, типа, побочный, ну, положительный симптом вот, это, вот этой вот ситуации. Это положительное. Ой, мужик, а... Забавно выпал так. Чё орёт? Ой, возьми! Ой, что-то я это... Извини, я кашу не ел, просто забыл. Пропустил завтрак, чтобы сразу начать с обеда. Ладно, что он там говорил? В общем, ну как вам босс файт с Димитрес? Как вам отрубленная рука? Почему же пальцы ездят? А, пальцы были съедены. Вот почему, наверное. А, ты все, да? Ой, привет. А мне, кстати, даже курок вибрирует немного, когда я сейчас бью ножом. Режу, режу ножом. Братан, ты промахнулся. По-моему, даже речь. Блин, хочу пройти всю игру с ножом. На легкой сложности, естественно, там про сложность ничего не сказано в достижении. Но я хочу попробовать пройти всю игру с ножа и посмотреть, что будет, орлы. Только скажите, хотите ли вы это увидеть? Я хочу. То есть я как бы и так это сделал, но... Просто интересно. Ваше... Испытываете ли вы желание? Не, ну три хедшота, конечно, уже должны были покончить с этим. Я просто, я там вижу красненькое, поэтому хочу туда сходить. Мне кажется, мы тут не все видели, не все зачистили. Мне кажется, я одну комнату пропустил, поэтому хочу вернуться взад, так сказать. Хочу вернуться взад. И тот самый момент, когда можно сказать, что ой, Евген любит взад ходить, да, Евген? Саш, заткнись, тебя никто не спрашивал. Кстати, да, у нас же тут эта терраса, точка сохранения. У нас вот эта кишка, она не зачищена, то есть мы что-то тут оставили. О, мы тут, слушай, по-моему, мы тут не были. Может, вот. Помада госпожи. Видите? Видите? И это, и, ну и это еще не все. Тут что-то еще есть. Просто мы сразу в зал омовения спустились.
Омовение. Мой папа любил, ну, так говорить. Омовение. Такое слово просто смешное. Омовение. В общем, я о чем-то говорю. Сейчас модная тема пошла с переподпиской. Вот о чем. И если вам не трудно, переподпишитесь, если вам там уведомления, допустим, не приходят. Потому что часто вот жалуются, и многие ютуберы говорят, что вот надо переподписываться. Я вообще эту тему люблю, эти лайки, подписки, мне не нравится. Будь моя воля, вообще молчал. Но я понимаю, что как бы это... Ну, мы на ютубе, и тут так принято, вот как надо, что вот подписываться, эти лайки ставить. Все, как бы это как бы часть ритуала, понимаете? Это как вот есть ритуалы, что там нужно креститься, когда в церковь заходишь. Вот тут то же самое. Это ритуал, и его должен исполнять. Как-то так. Пойдем-ка мы в новое место. Просто я вижу некоторые красные зоны, но мы всегда можем вернуться. То есть, это, понимаете, не последний раз тут ходим. Понимаете, что он ходит с опущенным пистолетом, а не всеми пистолетом наверх. Профессионалы именно так и делают. Ножом, кстати, вот в чем прикол. Хорошо, вокруг просто и рубишь. Ух ты, привет. Я не буду так рисковать со всеми. А может и будет. Ха-ха, ну тупый. Это что, эти вот самые простые, не только оборотни. Обе оборотни дико злые. С этим медленно, эти вот реально как зомби. Еще один кристальный череп. У меня уже коллекция этих кристальных черепов. Так, посмотрим. Так, заперто с другой стороны. Окей, так, а это еще одна часть замка. Пристройка. Уж эти замковые пристройки, да, Орлы? Оперный зал пока закрыт. Комнаты грязи и театр мы оставим на потом. А потом будет суп с котом, да, Орлики? Ха, вби! Саш, я тебя не спрашиваю, что там вби, не вби, ты задолбал. Постоянно влезает, вот ему надо вот это крикнуть, что-то вби, вби, Орлики. Я говорю, Орлики, вби. И, кстати, примечательно, Димитреска сказала, они не в замке, наша дочь не в замке, они не в замке, наша дочь не в замке. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада, если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так изготовлена заказ. Пропала губная помада? Это как же быстро так случилось, что они обнаружили пропажу губной помады, которую я стырил минуту назад? Так, это та комната, оперный зал? Есть еще ателье, зал радости и главный зал. Давайте мы попробуем тут пройти, а потом оперный зал, потому что куда-то дальше ведет. Видите, он ведет куда-то дальше. А дальше заброшенная шахта, церковь в пещере. Ну, то есть мы с вами с разных сторон, скажем так, подходим к вопросу. Я, кажется, слышу завывание ветра. Я погромче себе еще сделаю. Я всю игру себе делаю громче-громче. Ключ Димитреску не подходит. Обидно, то есть тут какой-то другой. Тут, видите, есть ключ с железной меткой, который открывает многие двери. Я думаю, когда мы его найдем, откроются многие интересные районы игры. Так, изучить. Один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старшей вылетела насекомая. Она похожа на обычную муху. А, это, видимо, как из них делали вампирш. Два дня после процедуры. Все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, их убивает холод. Я бы закрыл окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. Или свет. Четыре дня после процедуры. Все три тела почти целиком съедены насекомые. Осталась лишь темная, копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что я на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. Шесть дней после процедуры. Масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я же выбрал для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. Ну, Белла уже все. То есть она... То есть они нерожденные. Они, видимо... они созданы. Это биомутанты. Твою мать. Слушай, они похожи на чуваков из четвертого Резидента. Я уверен, что все это заметили, но... Твою мать, я тебя первую ударил! И да, это мое любимое выражение. Мне часто говорят, Евгений, ты можешь что-то другое говорить? Другое. Я не так говорю инстинктивно. То есть я не то, что сижу, но, знаешь, выбираю. Так, как бы мне сейчас сказать? Давайте подумаем. У нас у всех есть такое, если не всякое. У нас есть какое-то одно вот такое выражение, которое мы все время используем. Не сказал бы, что паразит, но ну просто вот такое выражение, которое как бы всегда у нас на уме. Интересно, можно ли отмычки накупить у чуваков, чтобы ну как-то попроще стало? С отмычками, а то у нас с ними сложно. С пистолетом на голову мне как-то комфортнее.
Вы готовы? Орлы, вот ради вас, или ради себя в том числе. Я же играю не только ради вас, но и ради себя. Не играю с котиком. Просто котик именно со мной хочет играть. Вы скажете, что Лиза не может с ним поиграть? Нет, не может. Ну, то есть, как, может? Опера. Вот Евгения Панасенкова бы сюда, чтобы я буду играть ему на рояле, а он... Так, а как это играть? Я не умею. Согно форсоло пьяно. А как... О! Так. Не то, это явно не то. О, выше, выше. Почти попали. Да, хорошо. Так, во, есть. Вот, попадание. О, нормально. Да, кажется, слушай, кажется, я пианист. Кажется, я во мне. Я, кстати, в детстве мечтал быть пианистом. Я помню, мы с папой ездили там куда-то. Он, ну, в общем, мы ездили по его как бы работе, и он и там было пианино, и мне понравилось так играть там. Это я играю. Вот что делает чудотворная жижа с руками. Боярышник руки вылечил, а теперь пианистом стал. И что-то мне даже страшно. И смысл? А, ключ с отметкой. Тот самый, которого нам не хватало все это время. Ключ с отметкой. Да, это он. Почитаем еще. Про мух. Научное название нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела, как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядные. Активно питаются мясом. Это про меня, что ли? То есть я мясная муха, которая питается мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используют феромоны. Они рождаются, как каду откладывает яйца в хозяине. Но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10, их метаболизм замедляется и впадает в некое подобие криптобиоза. Как тихоходки или, может быть, полупедилум вандерпланки. Допустим. Интересные мухи. То есть, по сути, вот эти девочки состоят из мух. Только Димитреска, она, ну... Типа, как вам сказать, типа человек. Ну, типа, то есть, она не человек. Она типа человек, чтобы вы понимали. Человека в ней, как, не знаю. Не знаю, с чем сравнить. Человека вам, в ней, как во мне, наверное, токсика. Потому что я вообще не токсик. Так, о! А теперь комната зачищена? Теперь да. А теперь можно во двор. Слушай, хотя нет, слушай, а чем мы во двор идем? Я не хочу во двор, я хочу назад вернуться, подняться и открыть вот дверь, которая закрыта. Я просто боюсь, что я могу упустить какие-то двери закрытые. С другой стороны, ну посмотрим, и нам тут бегать еще долго по разным дверям, так что рано или поздно мы везде придем. Ой, ой, я сиськи только что увидел, Дим. Да, очень, я зажрался очень сильно. Ох, вот это скорость. Давайте посмотрим, как работает Дима. Дима, иди сюда. Так, слушай, как элегантно она спускается по лестнице. Она даже, по-моему, толкает ее рукой. Не, мы тем не менее пройдем там. Только не разбей пианино. Мне оно нравится, оно дорого мне. Стрелять по ней, кстати, бесполезно, я уверен, потому что иначе бы... Я просто видел, как это делают, и ее это глушит, но прям совсем ненадолго. Видите, там по карте вот тут ключ с железной меткой. Нам туда. Там это... Там вражина, вроде бы. Но ничего страшного. А пока сюда дойдет, мы, не знаю, 100 раз откроем ворота. Так, пока ворота открываются, хоть я и на паузе. Я открою окно, что-то жарко. Не то жарко, то холодно. Я как беременный, знаете. Беременным говорят, жарко-холодно. Меня смотрят беременные, надеюсь. Ну нет, почему бы нет? Твою мать! Ты наконец пришел ко мне? Все да! Я как бы извини, конечно. Я не планировал с тобой знакомиться пока. Ой, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста, еще холодно, я окно просто открыл. Закрыть? Пожалуй, не буду, пожалуй, я тебя заморожу. Ногу. Милашка, где? Зачем ты это делаешь?
Потому что я умный, а ты тупа. Этих летучих. Тема с мухами. Разработчики любят мух, потому что знаешь, что никто не любит мух. Ни один нормальный человек не будет любить мух. Я уверен, сейчас кто-нибудь напишет в комментариях: а я люблю мух, я бы разводил мух. Тогда ты, слушай, ты странный. Хотел сказать, что ты животное, но ты странный. Любить мух, я не знаю, как можно любить мух. И не, ну пауков я там могу понять, что-то прекрасное видеть в пауке. Или в, ну, в каких-то таких насекомых. В богомоле, например. И то с натяжкой. Но тем не менее. Я какой-то не такой, наверное. Ну хотя каждый дрочит, как он хочет. Может, на мух кто-то дрочит, я не знаю. Может быть, знаешь, кому-то снятся эротические сны, что он трахает муху. Большую такую, знаешь, жирную, мясную. Как вот эти вот. Не, ну хотя если это, эти мухи бы приняли форму вот такой тянки, с которой мы сейчас дрались, в принципе, нормальный сон такой. Я. Не, в реале не все равно я как-то. Я побрезгую, как говорят. Я побрезгую. Но в целом, не так плохо. Такой сон бы был не так уж и плох. Я бы перетерпел, наверное. Если бы она в процессе в муху не превращалась. Я бы даже потерпел. Возможно, мне даже понравилось. Так, а где. Почему комната до сих пор красная? Где финальная штучка? Где? Ладно, все, осмотрел, не вижу финальную штучку, поэтому придется идти так. Ну, что поделать? Как бы я же не буду там час стоять и искать. То есть, я, у нас есть правило, что я осматриваю все, но не до безумия. То есть, не так, что, не знаю, до фанатизма. Осматриваю прям все. Если что-то, ну, прям вообще никак не найти. А раньше вот так и отапливали замки вот такими печами, если вы не знаете. Так, еще одна маска у нас появилась. Мне нравится эта статуя. С сиськами причем. Сиськи маленькие, но тем не менее. У нас есть маска радости. Видите, зал радости, маска радости. Логично. Безусловно, ателье. Странная, конечно, у вас эта дверь в ателье. О, тут огромная картина. Димитреску тут моложе. А, это не она, господи, это Майкики. Тут статуя черепахи. Нет, тут мне нравится здесь. О. Круто. Спецэффекты. Я хочу такое. Так, пусть поразвенят 5 колоколов в этом зале. И что там будет? Вот поразвенят 5 колоколов, а дальше что? А потом? А что потом? После этих 5 колоколов? По ком звонит колокол, говорили они. По ком звонит этот ссаный колокол? Я понимаю, не все вместе. Можно и по отдельности. Видите, огонь горит все время. То есть ты просто... Тут не на время. Кстати, мне это нравится, учитывая, что мне стрелять, ну, трудновато. Мне нравится, что не все сразу. Так, еще колокол. Я уверен, что где-то здесь в часовом механизме должен быть колокол. Мы же не просто так забрались на эту площадку. Значит, где-то еще есть колокола. Я пока нашел два.
То есть вот был колокол. Раз, два. Слушай, ну это прям прикол. А где еще? А, ты смотри, куда засунул. Три. Куда ему здесь микроколокол? Вижу. Так, это три, это четыре. Ну, еще есть пятый. И где же вы спрятали пятый? Или ну где-то здесь. Вот, смотри. Ты смотри, вот как изобретательно. Сейчас. Вот и все. И результат. А, картина все-таки. Я думал, мне показалось, сзади что-то зашумело. О, свежий воздух, как хорошо. Так, тут трава. Тут какой-то тайный проход в ателье. Интересно, он по сюжету тайный? Ну, вообще, знаете, классно жить в таком замке с тайными проходами. Наверное, нифига не классно, но романтично. То есть это очень интересно. Представьте, вот вы живете в замке, где куча-куча тайных всяких проходов. Где вы можете просто бесконечно лазить, изучать. Стримить, кстати. Ок. Мой миленький козлик. И козлика нет. Все, слепо. Немножко одичал. Как вам игра вот до сих пор, орлы? Ты смотри, какой у него. Ну, правда, это не его, это у него прикрыто, но теоретически это какой может быть? Раз столько прикол. А, смотри, прикол, да? Встал, да? Прячешься, следи за мной. Наверное, по замку ходишь, посмотришь, как девки там дрочат у себя в кроватках, лежат, наяривают своих летов, да? Ты за этим следишь? Через дырочку ходишь, да? Ничего, ты будешь наказан за это, тварь. Ты будешь наказан, все, ты был наказан, ты слит, тебя слили. Карта сокровищ, трежер. И где трежер тут? И где, ну и где трежер, Евгенов? Так, записончик. Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Это средневековая реликвия, покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийств демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Не, звучит впечатляюще. А где? А где искать? Звучит, конечно, неплохо. А где? Не бьется. Ну ладно. Я помню это в одном из видео по резику. Нет места для снаряжения. Заебись, еще делать. Так, самодельная бомба. Эти предметы, типа, нельзя выкинуть. Но можно выкинуть патрон. Слушай, а может их можно как-то раскидать, типа, переместить? Давайте потратим одну. Закрыть, да. Давайте мы по... То есть, потратим просто одну хилку. А, хорошо, добренько. Потратилась? Все, она потратилась. И мы можем, допустим, вот эту штуку, ее можно, ну, подвинуть, что ли. Так, как ее развернуть? Вот. И для винтовки теоретически должно хватить места. У меня просто на чемодан... Я пока не был у торговца. Вот. И ничего, и все нормально. Кстати, место-то было, надо было просто подвинуть вещи. Ну, нам в любом случае полечиться надо было. Так, мы вышли на балкон. Правда, тут помечено, что чердак не зачищен до конца, но это ладно. Просто я уверен, да, что я что-то пропускаю, но потом, когда с вами буду играть на высокой сложности, вы мне будете подсказывать. Ох ты, твою мать, здравствуйте. Это горгулья. Зато теперь ворон смогу шивать. Ой, тут, кстати, прицел такой жесткий становится. Но меня радует, что они использовали адаптивные курки, что игра не просто запускается на PS5, она, скажем так, сделана под PS5. Слушай, а это живое или не живое? Вроде не живое. Так, чердак, замок Димитреску, крыши. И тут лифт есть. О, мы можем спуститься вниз, помните, да, там спуск же есть. Можно спуститься к торговцу, теоретически. О, привет! О, это те же чуваки, только летучие, которые на нас нападают. Это те же ребята. О, на оленя патроны, да? Просто я очень быстро прокликиваю всегда, но я успеваю быстро разглядеть, что мне дали. Просто, понимаете, я такой быстрый человек. Давайте вернемся, раз дает возможность. Давайте вернемся. Там как раз этот ключ применим.
Я думаю, на крыше нас еще пустят. Ну, я надеюсь. Так, а можно выше? Нет, выше нельзя. Интересно, а можно будет прям в подвал опуститься? Я не знаю, зачем пока что, но ну, зачем-то же надо. Раз есть кнопка, можно ее пожамкать. М? Любите жамкать? Так, перезарядку мы делаем. Мне нравится, что тут не обязательно анимацию до конца доводить, что вот нажал, и как бы и все, здравствуйте. У нас, кстати, теперь ведь у нас отмычка есть, да? И мы теперь имеем, мы имеем ключ, то есть чисто теоретически я могу открыть некоторые двери. Зал наслаждения, вот ключ к Димитреску, гардеробная, то есть теоретически мы очень многие залы можем теперь открыть и пройти куда-то дальше. Слушай, до сих пор красным помечено. Чё, что я не нашел? Значит, тут что-то есть. Получается. Может, в подвале? Ну, то есть, мы уже начинаем практически исследовать замок. Ладно, давайте к торговцу сходим, там, на снарягу прокачаем. Кассандра, иди сюда! Ой, неожиданно. Пойдем послушаем, потом пойдем открывать шкаф. Что он там затеял? Ты моя дочь! Не подведи! Конечно, мама. Ой. То есть тут у нас по замку будет ходить Кассандрочка. У меня был когда-то модер по имени Кассандра. Нормальный чел, но, видимо, деградировал до вампирши. Я не против. Нет, деградация — это дело каждого. Но я, пожалуй, пойду отмычкой вскрою шкаф. Посмотрим, что же в шкафчике лежит. Кстати, у нас как бы время подходит. Уже серию можно и заканчивать. Чувствую, просто... да, ужина не протяну. Ой, а я чувствую, что я тыкаю. А в коридоре, кстати, у нас... Ах ты, сука! Слушай, как исключить? Как ощущение? Мама! Мама! Не надо маму звать! Давай мы один на один. Зачем тебе мама? Ты сама тебе справишься со мной? О, так вот ты где. Неплохо. Да, так... Я пошел. С мамой я не хочу, что-то сложно. Давайте к торговцу. Это, спаси! Рад видеть, что вы цел. Как идут дела? Да нормально. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Ну ты же сам сказал, что внутри стен. Сходите, сходите. У меня всегда есть новин. Это нечестно. Это нечестно. Ты не должна сюда входить, это закрытое помещение. Это наш частный, наша частная комнатка с герцогом. Мы в этой комнате любим друг друга. Это мужская комната, здесь женщинам не место. Видите, у вас мужская комната. Ну да, да. Да. Кошелек герцога, продается все, хрустальные черепа. Интересно, а тут можно прям собирать коллекции? Кстати, а может тут что-то можно, в кристаллическое туловище можно что-то вставить? Так, помада госпожи, древняя статуя ангела, ожерелье Ингрид, ожерелье из костей, защищающее от зла, ценное. Но, видимо, не защитило от зла того, кто его носил. Не, ну как бы отменить? У нас как бы уже теперь почти 40 тысяч, ну как забрал? Прошу 39 вас, изучите мои новые товары. Я кого-то в МВиде закупаюсь, да, сейчас изучу. Нового, правда, ничего не вижу пока. Ну да ладно. Так, можно теперь готовить снайперские боеприпасы? Ну, пригодится, всегда пригодится. Ага. Так, давайте прицел получше установить. Ой, потом установлю. Так, купить товар. Сможете выкашивать толпы тварей. Да, мне то, что надо. А тебя спасибо за покупку, что ты, сэр. Что ты работаешь с этими тварями, тебя не смущает? Так, у меня теперь расширили. Давай теперь качаться. Ну да, да. Просто я, наверное, стоит экономить, но я как бы я не знаю, на что я экономлю, понимаете? Я кого узнаю, обязательно скажу. Но пока нет. Так, слушай, вот здесь вот можно вкачать урон. С удовольствием. А больше денег нет, все, в сети. Счет слит, Другалек, все, слит еще. Не за что, сэр. Орлы, все, всем пока, увидимся в следующей серии. Время как бы подошло, у нас опять какая-то здоровая получасовая бобина получилась. Ну... Как вышло. Так что, орлики бей, до следующей серии и всем пока.